Пока одни дети отдыхают на море, другие тоже не теряют времени даром. Плодотворно решил провести каникулы 12-летний первоуральский подросток. Он придумал бизнес-проект, полезный для общества, и активно начал его реализовывать. За символические деньги мальчик выносит мусор соседей. О необычной услуге, которая уже завоевала популярность, расскажет Елена Беляева. Алло. Здравствуйте. Какой у вас адрес? Ага, сейчас буду. Бизнес-идея у Тимофея Упорова родилась спонтанно. Мальчик просто решил не просиживать время каникул без дела и как-то заработать собственные деньги. Расклеил объявление на подъездах своего дома с предложением необычной услуги. Этим я хотел заработать, ну, деньги в начале, ну, как бы, когда я маленький, уже хотел начать каким-то бизнесом заниматься. Первым делом, ну, я хочу обеспечить свое жилье, купить машину, ну и потом на родителей что-нибудь потратить. Расценки на свои услуги он установил вполне демократичные. Вынести мусор начинающий бизнесмен готов за 20 рублей, а пенсионерам и вовсе на общественных началах. Соседи к такому виду заработка отнеслись с пониманием. Считают, что любой труд должен оплачиваться. Многие бабушки, несмотря на то, что услуга для них бесплатна, все равно дают деньги. Здравствуйте. Молодец. Конечно, добрый поступок. И мальчик молодец. Самостоятельность. К труду привыкает. Молодец. Хорошие дела надо делать. Объявление о бизнес-проекте 12-летнего мальчика тут же появилось в социальных сетях. Горожане начали активно обсуждать деятельность ребенка и сразу разделились на два лагеря. Большинство Тимофея поддержали. Молодец, Тимофей. Молодец, ребенок. Светлая идея. Надеюсь, уже кто-то обращался. Был бы такой Тимофей у нас в доме, к нему бы только и обращалась. Будущий бизнесмен растет, красава. Родители желание сына заработать поддержали. Более того, способ, как это сделать, Тимофею предложила мама. Светлана Упорова не скрывает, идею подсмотрела в интернете. Позднее сама написала объявление и помогла расклеить. Основная моя цель была, чтобы занять ребенка, чтобы он во время своих каникул занялся делом, помогал. На карманные расходы мы, безусловно, ему даем денежки. Но тут хотелось, чтобы ребенок сам научился зарабатывать и понял, что это такое. Пока реальных заказчиков у мальчика немного. Новой услугой по выносу мусора регулярно пользуются несколько соседей. В будущем Тимофей не планирует открывать клининговую компанию, но работать мечтает в стерильной чистоте хирургом. Елена Беляева, Денис Храмцов. Хроника дня.